Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. Сегодня я хочу вам показать и рассказать слабое место в бензобаке Део Ланос. Всем приятного просмотра, готовьте чаюху, ля-ля кебаб, и мы стартуем. Смотрите, ребят, вот этот вот так называемый как бы второй слой, да, прикрытия на Ланосе. Это очень слабое место на самом деле. Почему? Потому что туда забивается песок, видите, одну сторону я уже отогнул так. Вот, обработал с двух сторон, и бак ржавеет вот и в этой точке, в этом месте, между этим металлом и баком забивается песок и ржавеет. Сейчас я вам покажу на другой стороне, где я не обрабатывал. Вот смотрите, что произошло. На секундочку, ребят. Видите, вот. Начинается ржавчинка. Вот такая вот. И пошло-поехало. Это все надо отгибать, ребят. И пока у вас бак не начал течь, обязательно там все обработать. Ребят, видите, это я уже начал отгибать. Тут ничего бояться не надо. Вообще, вот тут бы, конечно, взять это все болгаркой обрезать. Видите, что внутри там с баком происходит. Вот он начинает ржаветь. Вот, видите, то, что я вам говорил. Забивается тут песок. Вот. И пошла ржавчина. Вот это все дело надо вычищать, отгибать здесь. Вот так, аккуратненько. И, ребятки, обработать обязательно. Видите, сколько там высыпается? Сколько фигни там, ерунды всякой. Двойной металл. Везде вот эти поры со временем начинают ржаветь. Запомните, ребят. Это как вот на девятках стаканы также ржавеют. В Ланосе вот это бензобак, вот эти вот вроде бы типа прикрыто оно, чтобы там кирпич не полетел, что-то еще бак не пробил. Но по факту со временем начинаются такие проблемы. Как выглядит это с этой стороны, видите? То есть вот, вот эти вот земля, вся ерунда, которая там ржавеет. Надо все отгибать, зачищать щеткой и обрабатывать. Ребятки, следовало чуть-чуть ковырнуть. Видите, почистить щеточкой и начал капать бензин. Он испарялся, но просто не так явно, видите. То есть там тупо ржавчина, там всему хана. Вот и все. Резать болгаркой здесь не получится это все убирать. Надо что-то вот предпринимать теперь с бензобаком. Вот такая болячка у Ланоса с бензобаками. А предпринимать это по факту только менять сам бензобак целиком. Было чуть-чуть постоять и уже начала обильно капать. Ребятушки, цивочка побежала. Видите? Вот вам эти дополнительные защиты на бензобаке Ланос. Вот, ребятушки, как весело бежит. Видите? Просто шедеврально. Ребятушки, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм группу таксистов в описании. Также, кому нужна страховочка, вы можете ее оформить с 10% скидкой по промокоду TAXICOOL21 и по ссылке в описании. Всех обнял до хруста, всем добра, бабла, позитива, всего самого наилучшего в жизни. Пусть сбываются ваши мечты, главное, мирного неба над головой. Всем пока-пока, до новых встреч.